В 2024 году в вузах увеличат количество бюджетных мест. Такое решение приняли на Координационном совете при правительстве Российской Федерации. В первую очередь изменения коснутся таких направлений, как здравоохранение, информационная безопасность, сельское хозяйство, инженерия, а также математические и естественные науки. Всего в следующем году высшие образование за счет бюджета смогут получить почти 592 тысячи студентов.